КНПМ, капитан милиции Курочкин Владимир Валерьевич. А у вас есть удостоверение? Да, да, я сейчас все покажу в машине, просто не со мной. Данный факт был зафиксирован в интернете 6 числа журналистами, не знаю какими. Произошла регистрация транспортной прокуратуры. И сейчас опергруппа приехала. Мы занимаемся изъятием данного. Он описан. Есть ЕРДР. Я здесь как старший. Нагнали людей, машину забронировали. Данный уголь будет сейчас изъят с грузового парка и передан на топливный склад в депо станции Дрова. А почему изъят? А мы потом... Ну не снимайте меня, пожалуйста. Так мы не снимаем. Не, ну вот я прошу человека, ну если что-то незаконное снимаете, а я выполняю здесь вопросы и поручения следствия. У нас здесь есть старший следователь. Не, можете все вопросы... По какому делу? По регистрации, по выложенным фотографиям в интернет о хищении данного угля 6 числа. Тут был какой-то корреспондент, наснимал, в Ютубе это увидели и сразу зарегистрировал линейный отдел. И вместе что, подтвердилось? Вот, да? По хищению. Да. А этот велосипед, чей? Это же на нем возили, да? То есть его, получается, бросили? Ну, вон в посадке, все здесь. Сейчас все снимается, все изымается, без вопросов. Все регистрация. И будет потом проводиться по данному ЕРДР, будет проводиться мероприятие розыска лиц, занимающихся хищением. А это с этого крали уголь, с шахты Заря, да, получается? Это вывозные, да, шахта Заря вывозит сюда вагоны, вот они. Вывозятся. Сейчас проводятся эти все мероприятия, которые, ну, реагируем на те, которые было в YouTube. Как бы все эти действия правомерны. Если вам надо, он опергруппа, лейтенант старший, он руководит этим всем вопросом. Я, как говорится, здесь тоже выполняю поставленную задачу, это надо все вывести. А кем вы работаете? Я начальник линейного пункта станции ТРС, капитан милиции Курочкин, линейный отдел станции ДПЦ. Так что все вопросы.